Вот тут же Саня утонул. Только воды не было. Вот его селька, походу. Сань, привет, твоя Сань, селька. Твоя всплыла. Ну, мы тут грязь пилили. Ну, мы вот так залетали сюда, вот он, по следам. А тут Вадик, походу, приезжал. Да тут пиздец все было, по-моему. Мы здесь приезжали. Мы вот тут, вот. Он же проехал. Как Костя будет переезжать? Все. Квадрики тут? Да ну нет, квадрик, мне кажется. Ну да, на квадрик больше похоже, по ширине. УАЗик-то шире. Это же пиздец, блядь. Но сюда мы не заезжали, мы вот только здесь проезжали. Олег сказал, что... Ну вот тут вот пиздец, все. Проезжали, нормально, да. Гребет, все. Он гребет-то нормально. Но если встанешь, тут ну, просто надо прям это, жарить. Вот и все. Самый простой вариант. Быстрей. Это кадр сейчас будет жесткий, дай походу. Я понял. Дай пару тяг. Все, он утонул. Ой, зря, блин. Мишань, все. Зря ты там поехал. Все. Вообще зря. Не, нормально. Давай. Потом вот здесь поедем. Пизда. Давай, все, полы, все. Все. Жекич Дубровский. Он сейчас упадет туда. Все. Его живой. Что надо? Что надо? Да кушай, что не уходит. Сейчас Костя будет. Сейчас пиздец будет. Сейчас уходить лучше. Проще туда встать, чем тут стоять. Ну-ка вот есть, там удерживать есть. На, крепко что-то. Тут не крепко, тут крепко. Она, да. А, я не хочу вот эту грязь. А тут я ебаться, блядь, не замораюсь, да, Костя дерево с собой привез. Кость, березку-то отпусти. Вали. Вали. Вали, левый ботинок, почему не пускает правый Yeah.
контент. Все, остальные походу умерли там. Мишаня вырежет, не будет выкладывать. Говорим, он свои падения не укладывает. Он укладывает только, когда мы не его. Ходу, ходу! Неправильно сделал. Да. Я такой. Вперед. Давайте сюда! Лучше все-таки там. Лучше не надо здесь, обижайте нас. Федя, лучше туда идти. Подожди. Как я проехал? Я же не опасный.
Можно хуярить. Мы сколько ее не гнули, она все равно возвращается.